Зивульки, всем доброй ночи. Вышла повесить пальто, постирала пальто, решила дать ему новую жизнь. На нем написано не стирать, ни руками никак. Но говорю, попробую постираю, прежде чем выкидывать. Отстиралась, и вроде ничего. Посмотрим, высохнет, сядет или нет. И когда шла вешать пальто, сейчас я вам покажу кое-что. Все дни, пока работала, как-то не обращала внимания. Посмотрите, как у меня стала цвести петунья. И какие хорошие череночки она нарастила. Завтра обязательно буду снимать череночки с этой петуньи. Это вегетативная петунья, сорт я не знаю, как называется. Она летом очень пышно цвела. Может, кто помнит, смотрел. И сейчас на улице осень, сегодня 19 октября. Вот так вот она у меня цветет. И эти дни у нас тепло, и петунья просто, посмотрите, красоточка. Обрезала череночков, здесь вот нормальных нет. Пока еще обещают у нас тепло, пусть оно все это дело постоит, потом обрежу и заберу домой, чтобы взять черенок. Все-таки хочется мне взять своих черенков, чтобы не покупать. А те у меня в теплице стоят, и вот сейчас жалею, что я их вытащила в теплицу, потому что смотрите, какая красота. Вербенка, конечно, не такая, как она была летом, но тем не менее она красивая. Калибрахва уже отцветает. Вот с калибрашек надо взять череночки. Они легче черенкуются, чем петуни. Но это у меня, по крайней мере, легче получается. Здесь тоже ничего не изменилось. Стало даже еще краше. Расцвели еще некоторые у меня хризантемы. Эти сорта я не брала. Походу, поздний сорт. Вот, пусто здесь. У меня продала кое-что. Мне не видно очток, жалко. Но вот этот рыжий, не рыжий, как он, лососевый я его называю, он просто очаровательный. Смотрите, как он полностью набил такие шапки. Красивые, красивые. Уже не первый раз вам показываю, скажет, надоел своим хризантемам. Но просто они такие великолепные. Такие они хорошенькие. И хлорофитом у меня здесь сидит пока что все хорошо. Вот я несколько штук вот повыкапывала, отнесла в школу и на работу. Вот такие вот они красоточки. Красивая клумба смотрится с хлорофитом. Очень красиво. Мне понравилось. На следующий год обязательно еще посажу. А вот это вот лобелия повылазила. Жалко, конечно, что она замерзнет. Но куда деваться? Разве не красота? Смотрите, какой огромный. Где-то он в диаметре. Наверное, ширина у него метр. На метр. Единственное, что он повалился, потому что вот здесь вот кана росла. Смотрите, он просто огромный. Огромный-преогромный. Конечно, вживую смотреть красивее смотрятся они. Так интересно смотреть на летние цветы, которые должны расти и цвести летом уже в конце октября. Тем более в нашей средней полосе. Посмотрите, какой красивый. Он просто, не знаю, очень красиво. Солнца мало, и поэтому желтых прожилок у него меньше. Когда много солнца, у него больше желтых прожилок. Ой. Так не хочется зимы. И с этой стороны кустик развалился на плитку. На следующий год много-много посажу хризантем. Дай бог, чтобы все их выходить. Вот тоже у меня новый сорт попозже. Он, видите, расцветает. Тоже красивый. А те, что мы сажали, что я буду домой забирать, они у меня так и стоят на улице пока еще. Вот эти хризантемки у меня росли в тени, тоже зацвели. У них совсем другие цветочки. Очень интересные. Камера, жалко, не передает. А вот у меня гортензия. Все. Гортензия свое дело сделала. Смотрите, какая огромная петунья в грунте. Вы знаете, на следующий год я что подумала, что на следующий год те, что петунья в грунте, я их обрежу, они нарастут заново, и можно будет взять черенок. Потому что те, которые я так делала, у них сейчас очень хорошие стоят череночки. Но те сорта, которые мне не нужны. Вот этот вот мой подарочек я опять вытащила на улицу. Дома, потому что он, смотрите, начал желтеть. Это все-таки уличный цветок. Оставила его в горшочке. Ой, фу, грязный. Горшочек я прикопаю. И на следующий год
Посмотрим, как он перезимует и что с ним будет. Вот эти цветочки я домой не стала забирать, у меня их полно. Пусть останется. Вообще погода очень-очень радует. Так приятно посидеть, когда уже все-таки скоро, знаешь, что скоро зима, а на улице тепло. Ветра вообще нет, вообще так хорошо. Завтра у Сереги выходной. Мы, кстати, утеплили курятник. Завтра будет делать дверь. Так что курицы наши остаются. И еще мне подсказали, что можно их вполне нормально содержать в теплице. Ну, посмотрим, где им будет комфортнее. Они у меня на вольных хлебах бегают сами по себе. На улице им так все хорошо. Один кролик у нас умер, Рекс. Не знаю почему. Пришла кормить, а он умер. Ну, он какой-то был странный, он очень плохо кушал. Вот, завтра я на работе до 4 часов. Приду немножко пораньше. И хотим завтра убрать полностью уже весь двор, чтобы к зиме был готов. Оставим вот только хризантемки цвести. А остальное все соберем. У нас сарая нет, поэтому все горшки и все вот это вот я складываю на летнюю кухню. Все у меня стоит там. Сарая нет, и пока что... И что-то до меня только дошло, ведь это все можно сложить в теплицу. Да. Так что все сложим в маленькую теплицу. У меня там еще растут огурцы. Мы их сами не едим, но кроликов кормим. Потому что их же надо поливать. Они прекрасно растут и без полива. Там они уже большие. Завтра все надо будет снять, все выкинуть. Помыть теплицу. У меня есть... как это называется? На йод. Фармайод. Вот. Обработаю фармайодом. И все. И будет у меня все готово. Так что завтрашний день решающий. В плане уборки во дворе. На этот цветочек, в принципе, он очень-очень симпатичный. Думаю, летом в миксе он будет хорошо смотреться. Засунуть куда-нибудь с той же помейкой, лишь бы только выжил. Не знаю, что за цветок, не могу про него не прочитать, ни что. Ничего. Может, кто-нибудь знает, что это за цветочек. Сейчас покажу. Вот так вот он выглядит. Он такой мягенький, не колючий. Ну, сказали оставить на улице, значит, оставим на улице. Кстати, кто спрашивал у меня насчет подделок из шишек, я тогда уехала в Белинский. Приехала, сделала я ему подделку эту. Я не знаю, кого, короче, вместе соединила шишки, носик, крылышки. Кто-то, короче, там получился. Но факт в том, что учительница даже не спросила. Так вот, только сегодня из портфеля мы вытащили. Ни у кого ничего не спросила. Никому эта подделка была не нужна. Вот это было нужно только мне. Ну, я имею в виду нам, родителям. Вот так вот. Сережа обещал приехать сегодня пораньше, но до сих пор его нет. Хотя я его так просила, я уже говорю, думаю, уже устала одна. Кристинка у меня уехала на работу на 8 дней. У нее, да, смена 8 дней пока. Зимой будет 2 недели. Сижу, кайфую, наслаждаюсь воздухом чистым, природой. Я даже не застегнутая, потому что у нас очень тепло. Градусника здесь у меня, к сожалению, нету. Вот. На втором этаже у меня все хорошо. Ну, ремонт, естественно, мы еще нигде ничего не сделали пока что. Не на что. Вот. Но цветочки, все с ними прекрасно. Гортензии растут, меня радуют. Сегодня хочу их обрызгать от клеща еще раз. Я делаю это для профилактики, я уже вам говорила. Сейчас пожарю на завтра рыбку, чтобы не отвлекаться завтра на... еду, потому что приду все-таки поздновато, и там уже будет темно. Серега один, большинство будет ковыряться. Ну, в принципе, как всегда. Он у меня уже привык. Сегодня суббота, звали девчонки на улицу в бар сходить, а я не пошла. У нас, наверное, вся семья такая. Сереге тоже 21 год, он только работает, спит. И я тоже работаю, и дома, ну, и сплю. Вообще никуда не ходим. Ладно, я, а мальчишка молодой, не ходит никуда. Только работает. Ну, еще успеет. Какие его годы. Все, пошла я жарить рыбку. Всем спокойной ночи. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Всех целую, всех люблю.